Вообще, переменная вот эта, скажем так, погода, на самом деле, сказывается больше на здоровье людей сегодня. Ну да, пока непонятно, то ли мороз, то ли не мороз, и какая-то влажная погода. Ну и порой не знаешь, как даже одеваться. Ну а вот более подробнее мы давайте поговорим о капризах погоды с синоптиком из КАЗ-Гидромета. Акмарал Смагулова с нами на связи. Доброе утро, Акмарал. Скажите, пожалуйста, вот каковы причины снегопадов в этом сезоне? Здравствуйте, всем доброе утро. Часто снегопадов, выпадение снегопада вообще связано у нас с циклонической деятельностью. В этом году они у нас, получается, чаще наблюдались, чем обычно. И также фронтальные системы, да, у нас очень частая смена барических систем была, и поэтому у нас наблюдались частые снегопады. Но в целом у нас зима прогнозируется умеренно теплая, но количество осадков ожидается выше нормы. Поэтому у нас снежная зима прогнозируется. Акмарал, скажите, вот наблюдаются ли аномальные погодные явления, которые способствуют всему этому? В целом, на данный момент уже количество осадков у нас наблюдается выше нормы. Получается, на большей части Казахстана у нас выпало больше осадков, чем норма. Поэтому снежная зима, она уже как и прогнозировалась, она уже наблюдается. От, чем текущие вот снегопады, да, отличаются от обычных климатических норм для этого данного времени года? Ну, в целом, как я уже в предыдущем сказала, да, то есть обычно у нас циклоническая деятельность не так активна, как в этом году. А в этом году они очень хорошо себя проявляли, и циклоны нам приносили очень обильные осадки. Чем и отличаются? Скажите, вот эти явления, эти осадки, по прогнозам, продлятся долго еще или нет? Ну, в целом у нас зима снежная прогнозируется, поэтому снег еще будет, конечно, на большей части. Но, тем не менее, температурный фон у нас тоже ожидается умеренно теплый, но в отдельные дни морозы тоже будут, особенно на севере, центре и востоке страны. Ожидается понижение температуры до 35-45 градусов, а на западе и юге ожидается понижение до 25-35 градусов. Спасибо за информацию. Я напомню, мы беседовали с синоптиком КАЗ-Гидромет Акмарал Смагуловой.